Супер-пупер-мега-шоу Михаил Шац и Татьяна Лазарева! И наш музыкальный помощник, человек-оркестр Александр Пушной. Добрый вечер! Здравствуйте, друзья! Забыла! А с нами еще друзья наши, музыкальные друзья. Единственная группа в мире, под чью дудку плясали Василий Шандыбин и Василий Уткин. Группа «Джанко и Бразерс». А вот сейчас... Здравствуйте! Здравствуйте! В этом сезоне мы представляем вам новый формат нашей программы. Мы решили в каждой программе чем-нибудь вас удивлять. В прошлой программе мы вас удивляли тем, что матерились как сапожники. И вот этот нехитрый достаточно приемчик позволил нам обойти по рейтингу такие программы, как «Парламентский час» и повторы передачи «Диалоги о рыбалке». Но, к сожалению, за это нас очень сильно поругал Евгений Ваганович Петросян. Он прям так и сказал, что нельзя ругаться по телевизору, и самое главное, нельзя выходить на сцену без выдумки. Без чего? Без выдумки. Без выемки мне послышалось. Ну ладно. Ну кому что? Нам он сказал, что без выдумки. Так вот, поэтому мы сегодня удивим вас, и особенно Евгения Вагановича. Мы будем не просто ругаться, а ругаться с выдумкой. Сегодня мы будем материться по-итальянски. Порка Мадонна! Ваше мнение, Татьяна? Минуточку. Стай лантана до неоки ступида. Брависсимо. Надеюсь, Евгений Ваганович будет доволен. Бастардо капроне. Михаил. Я приглашаю на сцену команду «Синего дивана» Порка Путана. Команда актеров мюзикла «Мамма Мия» в составе Елены Чарквиани, Наталья Быстрова и Елена Казаринова. Татьяна. Пожалуйста, небольшое досье на эту команду. С удовольствием. Мюзикл «Мамма Мия» в переводе на русский означает «Папа Карло». В мюзикле с мягким итальянским юмором высмеиваются шведские семейные отношения. Обалденный мюзикл. Не обычный подбор актеров, обновленные аранжировки группы «Абба», разухаббистые танцы позволили продюсерам забабахать кучу бабок и обогатиться на всю оставшуюся жизнь, что большинству зрителей как бы по барабану. Мюзикл «Мамма Мия». Прошу занять место в синем углу ринга. Прошу. А в красном углу нашего ринга команда артистов театра оперетты в составе Максим Новиков, Михаил Беспалов и примкнувший к ним телеведущий Михаил Борисов. Прошу. Татьяна. Наше досье. Театр оперетты. Самый известный театр Москвы после театра на Малой Бронной. Самый посещаемый после метрополитена имени Ленина. Самый музыкальный после телеканала MTV. И самый любимый в народе после Нового года и 8 марта. Театр оперетты! Прошу вас занять место в красном углу ринга. Ну что ж, перед тем, как мы начнем программу, осталось только придумать название команд. Обычно мы пользуемся немудрящим, древним способом времен Бориса Годунова. Мы берем первые буквы фамилий, складываем их, и тогда команда Казариновой, Быстровой и Чарквиани называлась бы «Коза и Бычара». А команда Новикова, Беспалова и Борисова. Клара Новикова откусила палец Борису Моисееву. Конечно, у вас могут быть более короткие или, наоборот, менее длинные названия. Итак, прошу вас. Свои варианты. Пожалуйста. Нам очень понравился ваш вариант, но хотим предложить свой. Дело в том, что «Мамма Мия» в переводе с итальянского на русский означает «Ё-моё», а с русского на международный «Оба-аба». Нет? А, может быть и нет, если бы я понял, о чем вы сказали. А как насчет названия команды все-таки? Оба-аба. 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 Ну слушай, оба-аба. Так, и ваш вариант, прошу. Знаете, мы сначала хотели назваться «Трио Депрессия», потому что постоянно находимся в депрессивном состоянии, все трое. Но Михаил Борисович нас потом разубедил, сказал, что нет, все-таки мы не депрессия, а трио. Дело в том, что несмотря на разницу в возрасте, мы все холостые, и мы назвали нашу команду «Холостой выстрел». Прекрасно. Прекрасно сегодня, как никогда ранее. Итак, бой между командами «Оба-аба» и «Холостой выстрел» объявляется открытым. Итак, внимание. Первый раунд. Ну что ж, наш первый конкурс музыкально-интеллектуальный. Мы всегда с Александром очень радуемся слову «интеллектуальный». Я радуюсь слову «музыкальный». Да, а я интеллектуальный. Итак, он основан на наших, не знаю как ваших, любимых песнях. Из наших, опять же, не знаю как ваших, любимых старых советских кинофильмов. То есть на том, из чего, по идее, должно было бы вырасти творчество наших гостей. Итак, давайте начнем. С примера, быть может? Нет. Сначала мы кинем жребий. Жребий у нас тоже сегодня музыкальный. Я попрошу... Угоду вам, Александр. Да, я сейчас... Не интеллектуальный, а музыкальный жребий. Я сейчас попрошу гражданина Борисенко. Надо сказать, что гражданин Борисенко не просто гражданин, а гражданин Украины. Вы сразу догадались, что это барабанщик группы Jungle Brothers. Я попрошу Сергея кинуть нам жребий. В какую команду попадет барабан? Малый или большой? Значит, начинает другая команда. Потому что первая пока будет отлеживаться. Вы понимаете, у нас силы неравные. Ну, понятно. В составе нашей команды одна блондинка. И что? И у нас силы неравные. Давайте перемешаемся. А вам ничего не надо будет делать, что сделает Борисенко. Силы неравные, потому что вы ближе к Борисенко, поэтому... Итак, скажите, гражданин Борисенко, на какую команду указывает, ну, хотя бы палочка, что ли? Если говорить, Миша, о нашей команде, то нам по барабану начинать или заканчивать. Мы так и думали. Итак, начинает команда «Холостой выстрел». Итак, я быстренько расскажу, что же это за конкурс. По переводу песни на научный язык вы должны угадать, что это за песня. Чтобы вам было понятно, мы вам покажем пример. Александр, покажите нам, пожалуйста, первый пример. Это вот песня так. «Пора, пора, порадуемся» из кинофильма «Три мушкетера». Итак, поехали. Итак, поехали. На экране возникает строчка. Опять скрипит потертое седло. В нашем варианте она звучит как «Издает противные звуки, уже почти готовая для детского питания деталь конской сбруи». Огромные массы воздуха, перемещающиеся из области высокого давления в область низкого, понижают температуру, поврежденной механическим воздействием кожи или слизистой оболочки исполнителя песни. Вежливо обращаясь к себе в третьем лице, исполнитель песни сидит на даче у тещи. И сетует на то, что ему не хватает денег на путевку в Турцию или Египет. Вот, собственно, вот такой будет ваше задание. Нет, надо сказать, что задача будет сложнее. Они не будут видеть текст песни. Что вы говорите, да, Александр? Я просто хотел уже боюсь, сказать после сейчас... того, как мы начнем, иначе они могут убежать. Вы хотите, чтобы вы ушли? Итак... А песня из кинофильма, да? Да. Итак, пожалуйста, покажите зрителям сейчас ту песню, которую будет угадывать команда «Холостой выстрел». Вот эту песню будет она угадывать. Так. И давайте начнем. Поехали. Исполнительница песни закурила и глубоко вдохнула дым травянистого растения, называемого в южных областях России шмарой. Сразу же перестал идти шторм на небольшом водоеме, вырытом еще крепостными крестьянами. Издав возглас, выражающий одновременно радость и ужас, исполнительница песни вдруг вспомнила, что в молодости она была глупой, как пенек. У нее были крайне неглубокие представления о жизни. Она не испытывала страха перед будущим, ничего не знала о сексуальных отношениях и при этом перед всеми присмыкалась. Но при этом она находилась в состоянии непрерывной радости, как при легком наркотическом опьянении. И весь этот бред происходил примерно в год основания Санкт-Петербурга. Быстро вспомнили. Да, песня о женщине с Тверской, получается, по вашим словам, очень похоже. Да что вас навело на эту мысль? Ночная бабочка, ну кто же виноват? Ну что и... Ночная бабочка 300-летней давности. Правильно я понимаю? Наверное, вам видней. Это песня Аллегровой «Императрица»? Нет. Вам бы очень хотелось, чтобы это была эта песня, я понимаю? Вы один из немногих людей, которые помнят ее. Вопрос, поет песню женщина или мужчина? А у меня такая эта песня. Это не является задачей нашего конкурса. Нет, у меня вопрос к команде все-таки. Друзья, а что вы поняли из того, что говорил Михаил? То есть не как бы не просто... Очень немного нас. Я понял, что нам придется трудно очень. Итак, наверное, придется вернуться и взять хотя бы одну строчку. Давайте первую или последнюю. Весь этот бред... Да. Ну, скажем так, вот то, что Михаил вам говорил, происходил примерно в год основания Санкт-Петербурга. То есть сколько лет? 300 лет назад. О-о-о! Затянула темной тиной, бурой тиной гладь. Буратино, я когда-то молода. Прекрасно! Неплохо, я бы сказала. Неплохо уже. И второй пример. Пожалуйста, будьте внимательнее. Слушайте внимательно. Пожалуйста, Александр, покажите зрителям, Вот эту песню мы будем отгадывать. Начнем. Опылитель растений с покрытым коротким ворсом телом. Мохнатый шмель. Мохнатый шмель на душе. а мохнатый шмель, на душистый хмель, цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимый ночь по родству бродяжей души. Уводите детей, уводите детей! Вперед! За цыган! Команда «Холостой выстрел». Нет, нет. Прошу вас занять место в красном углу ринга. На смену им спешит команда «Абба». Ну что ж, итак, первое задание. А вы не смотрите, пожалуйста, сюда, потому что здесь все дублируется. Вот такую песню. Подождите, мы вам еще ничего не задали задание, что вы уже совещаетесь-то. Да. Смотреть не надо только мне в компьютер. Не только не надо смотреть, еще не надо слушать все, что говорит Пушной. Александр, да. Итак, давайте начнем. Поехали. Первая строчка. Итак. Под шаром пара. Что? Под шаром пара. Пара. Находится населенный пункт не менее 250 жителей в Дании и не менее 30 тысяч в Японии. Весь из металла, температура кипения которого 2966 градусов Цельсия. Что вы говорите там сейчас? Давайте не будем тревожить Борис Борисовича сейчас. Не надо тревожить Борис Борисовича, он уже слышит. А я уже хотел спеть в стиле Шмеля эту песню. А, я понял, да. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами. Александр, мне кажется, выступление на фестивале «Шансон года» вас ждет скоро. А, не ходите? А между прочим, вот под небом голубым... А сейчас на сцене Пух. Нет. Здравствуй, Пух. Сейчас вот на сцене уберут Пух, и мы будем выступать. Да. Итак, вторая песня, которую вам предстоит угадать. Покажите зрителям, а вот пожалуйста. Вот так выглядит ее название. Вауч. Вау, да? Да, вау. Итак, начнем. Когда из берлоги вылезает барсук и появляются первые мухи, в том месте, где десантники и пограничники любят купаться в фонтане, вода переходит из одного агрегатного состояния в другое. Начинают работать аттракционы. В этот момент автор песни впадает в беспамятство. И испытывает те же ощущения, что и солист группы «Сплин». А также Винни-Пух в тот момент, когда пятачок прострелил ему шарик. А можно сначала? А сначала можно первой строчкой? Давайте вернемся к первой строчке. Да? Вы нас запутали сейчас. Мы уже, в принципе, всю песню прошли. Давайте вернемся к началу. Хотя я не уверен, что это начало. Итак... Давайте. Когда из берлоги вылезает барсук и появляются первые мухи? Это вопрос. Зима, это зима. Это зима, по-вашему, да? Весна, весна, весна. Первые мухи, это же... Весна, весна, Леночка, весна. Скажите, а когда у вас появляются первые мухи? Белые мухи, я думала, белые третьей рюмки. А, белые. Простые мухи, черные. Подснежники называются белые мухи. Итак, зима уж, белые мухи. Когда появляется белый пух? Да, когда появляется барсук и первые мухи? Весной. Весной. Да, то есть речь идет о каком-то конкретном весеннем месяце. Давайте пойдем дальше. Вторая строчка должна вас навести. Только не спит, да, это барсук только не спит. Хороший вариант. Убирайте только детей. Не спит барсук. Да. Не надо, девочки. Белые мухи летают вокруг. Вот и не спит барсук. Итак, так вот, вторая строчка. Послушайте внимательно. Девушки, девушки, пожалуйста. Можете совещаться в микрофон. Послушайте, послушайте. Не бойтесь. Вот вторая строчка. В том месте, где десантники и пограничники любят купаться в фонтане, вода переходит из одного агрегатного состояния в другое. Парк культуры, значит, имени Горького. Так. Значит, это... вода и агрегатное состояние. Агрегатное состояние. Лед переходит в воду. Так, и вот следующая. И следующая строчка. Сразу следующая строчка. Следующая строчка. Начинают работать аттракционы. Понимаете, аттракционы. Качели! А что, что? Плыву на месяце апреле. На романе кольцой. И крылатые качели начинают на ноче. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что ж, я предлагаю нашему жюри выставить оценки за первый конкурс. Сегодня жюри как никогда беспристрастно, неподкупно и объективно, потому что это те самые люди, которые околачивают груши в колхозах. До сбора урожая осталось всего ничего, и сегодня у них первый сбор, так сказать, первая тренировка. В руках у них фанерные макеты груш и палки, которыми они эти груши сбивают. Ну, а им все равно сегодня, кто победит, им главное хорошенько потренироваться, друзья. А наблюдать за их тренировкой будет наш фруктовый друг, председатель этого колхоза. Итак, прошу вас, голосуйте. Первый конкурс музыкально-интеллектуальный. Спасибо. Дорогие друзья, как вы, наверное, успели подсчитать? Да уже все успели, Татьяна. Ну, по крайней мере, я просто хочу проверить, правильно ли я это сделала. Со счетом 9-6 в первом раунде лидирует команда Оба-Оба! Ну что ж, тем не менее... Кстати, Михаил... В команде соперников паника. Я сейчас услышал, когда подняли таблички, они сказали, ой, ну все. Да? Поэтому это... надо как-то поддержать их. Давайте разочаруем. Паника. Не все. Итак, кто-то из вас понесет сейчас этот информационный знак. Михаил, вы, да? Ну, лучше сразу отстреляться, мне кажется. Не отстреляться, а показать юным коллегам, как нужно это делать. Итак, внимание. Приготовились. Второй раунд. Куда? Куда? Спасибо огромное. Огромное спасибо. Мы просто предупреждаем всех остальных, кто попытается выбросить таблички в зал. Они возвращаются. Мы так сконструировали их. Итак, правила нашего второго конкурса придумали наши друзья, ученые Новосибирского академгородка Руслан Великохатный и Александр Садыков. Все вы знаете, конечно, про их опыты с котом Зеноном. Ученые подсоединяли Зенона к трансформатору и, повышая и понижая напряжение, добились от Зенона чистого исполнения первого концерта Чайковского. Но мало кто знает, что после этого Зенон записал саундтрек к фильмам «Жара» и «Любовь-морковь». Интересно, но когда продюсеры Димы Билана попросили его потренировать тем же трансформатором перед конкурсом Евровидения, то эффект оказался гораздо хуже. Дмитрий занял только второе место. Собственно, правила, я думаю, всем понятны, но нас смотрят разные люди, Татьяна, я это выяснил. Специально для депутатов Государственной Думы Албании Татьяна и Александр покажут пример. Прошу. Друзья, мы сейчас вам покажем не просто пример, а Татьяна мне будет показывать пример. Но так как она не сможет вам показать в буквенном виде ту песню, которую она загадает, потому что все буквы в компьютере я знаю, я их выучил наизусть. Нет. Поэтому я одену наушники, вы быстро договоритесь, какую песню она мне будет показывать, и я ее попробую угадать. Какую песню мы будем загадывать? Мы будем загадывать? Да. Да давай Пушной прямо... лишний раз просто пользуется возможностью послушать свою любимую музыку. Итак. Да, давайте, ну что-нибудь такое простое. Пу-пу-пу. Мамонтенок. Да-да-да-да-да-да. Калинка-малинка сложная. Калинка-малинка-калинка-моя. Можно. Хорошо. Да? Хорошо? Окей, договорились. Подзарядились чуть-чуть? Александр, возьмите, пожалуйста, ваш любимый минорный аккорд. Октаву. Куда ты? Какой слог? К. К. Сняли. Давай. Октаву сделайте. Сделал. Сделал октаву, гуляй смело. Давай, это минорное трезвучие. Мне кажется, все дети сейчас посмотрят и уйдут от телевизора. Это же зомбирует немножко. Они слышат прямую команду прям. Тише. Я сейчас приду, мама. Они не успеют сказать, я сейчас приду, мама. Они говорят, мама, приходи, забирай уже. Калинка, ну, в общем, вы поняли. Ну, это просто. Ну, давай, это другой. Просто. Не важно, не надо давай. Сложно, не надо сложно. Этого достаточно. Нам все-таки мы имеем дело с музыкальными людьми. Поверят. Они сейчас поверят, они на себе поймут, что это правда. Наверное, пришли люди, не то, что мы с вами. Итак, первыми начинает... Начинает борьбу в этом конкурсе команда «Опа-Аба». Прошу. Значит, сейчас мы Лене покажем варианты песен, которые она должна выбрать. Всего нужно выбрать одну песню и сказать мне только цифру. Только номер. Цифру. Номер. Идиот. Номер идиот. Скажите мне номер идиот. Идет номер. Вам угадать номер. Ваш идет номер, пожалуйста. Там всего 3 варианта. 1, 2 и 3. Кстати, не надо говорить номер 8. Я не понимаю, что Елена сдает экзамен сейчас. Такое ощущение. И очень нервничает. И вот это такое. Кто-то там что-то сказал. Что? Вот это цифра 2. 3. 3, да? Точно 3. Выбираем третью песню. И калибруемся для начала. Это нам плохая октава. Тетенька. Другую давай. О. Слог «жу». Наш любимый. Жу. А? А, вы чё? А вы что, не ложились еще? А? Жу, 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 жу. Наташ! Наташ, ну очевидно, что это песня «Жужу». Ты фильм смотрела этот? Кинофильм «Адмирал». Тихо, тихо! Тихо, не подсказывайте. Не смотрела она этот фильм. Жук, 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 жук. Жук, жук, жук. Не жужжи, где ты прячешься, скажи. Наташ, идеально спета сейчас, просто идеально. Давай слог поменяем. Не жу, а бу. О. Давай бу, поехали. Ой, вот, здорово. А нам все равно, что ли? А почему бубу? А чтоб запутать! А ты почему? Она все равно, да? А нам все равно, улыбаемся мы, только бубу. Делаешь ты у нас самый жуткий час, мы ваши очень приятные. Спасибо, это была команда «Убаба». На смену им спешат представители команды «Холостой выстрел». Ну, какой слог? Бужу, неважно. На жу. Ну, жубу. На ка. Предлагай на ну. Ну. И еще три варианта песен, пожалуйста, на экране для вас. На чё? Напоминаю, что называть песню нельзя, достаточно просто назвать цифру или номер. Ты хоть одну из этих песен знаешь? Я думал, третью, может, или первую. Миш, хоть одну из этих песен ты знаешь? Максим, какая лучше, первая или третья? Максим, не оглядывайся, это провокация. Просто первая или третья? Третья. 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 Жанр можно подсказать, нет? Нет. Еще тональность скажите. Тональность, кстати, скажите. Еще автора песни скажите. Ага. Давай. Налала. Октавку. Налала. Октавку. Нет, 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 не лала. На что? Зю-зю-зю. 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 Давай октавку, октавку. Бзю-бзю. Я сразу могу сказать, что песенка из басового репертуара. То есть из своего? Да, из моего. Может, мы поменяемся местами? Сейчас это особенно интересно будет, конечно. Интересно, угадайте вы песню или нет? Это редкость. Ну, поехали. Зю, не бойся. Миш, ничего не бойся. Давай. Октавку сначала. Зю. 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 Еще раз, еще раз. Зю. Зю. Октаву. В серединке. Зю. Зю. Еще раз. Зю. Зю. Тихо. Зю. 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 Ниже. Ниже! А, ниже! 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 Да, 3-4. Все мы, конечно... Зю... Тихо, тихо. Зю, зю, зю... Зю... Неужели вы, Максим, не узнаете знаменитую песню в зюзю? Ты будешь нормально показать? Должны угадать и автора этой песни. Зю, зю... Друзья, нам мешает слог зю. Стоп. Чуть-чуть. Давайте поменяем слог зю. Давайте на... Жо. Отлично. А почему? Я просто очень люблю этого нападающего команды ЦСКА. Итак, Ж. Антуан. Ж. Поехали. Жо. Жора, Жора. Жо. Жо, Жо. Первый раз ты правильно пел, когда на зю. Только теперь на жо. Жо, 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 жо. Прекрасно. А вы знаете, я думаю, что это можно, в принципе, записывать и делать. Это уже, а ты не записал эту, нет? Не, ну я хотел армейским болельщикам отправить эту оперу. Оперу. Опера жо. Опера жо. Пойдем сходим на оперу жо. Давай, забыли все с самого начала. Вообще ничего не было. Мы же другую песню возьмем. Все, я понял, нас спасет слог пу. Поехали. Вы это специально, да? Нет. Они нас запутать хотят. Пу. Пу-пу-пу. Я выше показываю, выше. А, да? Да. Пу-пу-пу-пу. А, хорошо было, неплохо. Такое было. Вот. Ритм очень... Мелодия вообще другая. Но ритм хороший. А ритм очень правильный, кстати. А мелодия немножко другая, давай. Да. Ты что-то неправильно делаешь, Миш, сосредоточься. Мне кажется, кто-то из вас что-то делает. А сейчас революционный ход. Меняем песню. Я же говорил первую, давай. Нет, оставляем песню, оставляем песню. Мы это не по правилам. Мы говорим слог «эй». «Эй». О. О. Да. Так, может быть, и второе слово скажем? Подсказка небольшая. Песня начинается именно с этого слога. Тебе подсказка небольшая, подумай. Эх, варианты есть? Это оперетта? Без мелодии варианты. Знаешь, Максим, мне кажется, уже даже Жон отгадал бы эту песню. Я знаю, «Эй, гусар». Эй, гусар. Нет. Эй, братарь, готовься к бою. Так, уже хорошо. Давай, поехали. Но это все не оперетта, конечно. Эй, эй, эй. Ой. Я думаю, что мы его проиграли. Давайте вернемся к Жо. Один, главное... Проиграли. Редкий случай, редкий случай, когда один показывает что-то свое, а другой что-то свое поет. Абсолютно. Максим, вы можете выбрать любой слог. Я предлагаю, может быть, просто мне немножко... это поможет в этом? Да, я, мне кажется, может быть, ты нормально будешь дирижировать. Они сразу отгадали, а ты не умеешь. Научись. Михаил, а ну-ка помогите-ка поддерживать. Я во всем виноват. Конечно, я с удовольствием. Хотите? Вот как надо. Смотрите, Максим. Давайте. Не, Михаил, не пойдет. Сюда, конечно. Нет, я здесь. Вы кому показываете, меняли его. Я хотел помочь. Максим, давайте. Смотрите, вместе. Итак, играем вчетвером. Вот видите, у вас все у него получается. Смотрите, пожалуйста. Поехали. Да. Друзья, у нас хорошая песня. Отлично. У нас есть какие-нибудь кандалы? Наденьте на них, и им будет проще угадать. И тут что у них песни завелся. Совершенно верно, да. Вот идет много человек. Эй, дубинушка. Похож, понимаешь? Эй, гупнем, эй, гупнем, еще раз, эй, гухнем, эй, гухнем, еще разик, еще раз. Прекрасно! Команда «Холостой выстрел». Обращайтесь к жюри сейчас, снисходительно прошу вас. Не судите строго, как говорится. Будьте добры. Итак, пожалуйста, конкурс «Терминвокс». Ваши оценки. Ну что ж, видите, вот еще раз доказывает это, что русский менталитет надо учитывать. У нас любят вот таких сереньких... Таких дурачков таких вот. Дубинушек таких. Нет, я просто... Пожалуйста. Я с ужасом, пока Татьяна считает, представил себе, представляете, какой ужас был бы, когда Бурлаку, не дай бог, вот так бы показали песню. То есть вы представляете себе, боржа такая... Люди вот эти вот... Подходит такой, знаете, граф. Товарищи, давайте угадайте песню. А ну-ка, давайте-ка. Давайте-ка. Да, прекрасно. Его сразу пополам так. Итак, дорогие друзья, жюри почему-то перешло во втором раунде на сторону команды «Холостой выстрел». Перешло со счетом 8-7, но тем не менее общий счет после двух раундов 16-14 в пользу команды «Оба-Оба». Ну что ж, тогда клубничку придется нести кому-то из вас, девушки. Главное не угадать, да? Да, главное, пожалуйста. Выиграть. Итак, внимание. Идите сейчас сюда, прямо Лена. Вот импровизационно, как вот бог надо что-то сказать. Давайте сюда вниз, а то упадете сейчас с лестницы. Нет, ну вы Елена, между прочим, большое воображение, очень серьезное. Мозочка, я просто... Михаил. Задача, понимаете, Елена, задача ваша, чтобы как можно больше людей в этом мире узнали, что сейчас будет третий раунд. Понимаете? Вот. И не испугайте их еще при этом. Не пугайте. Итак... А, вы увидели фотоаппарат, вы артистка. Уберите фотоаппарат, она не будет нести иначе. Итак, внимание. Третий раунд. Превосходно, превосходно, Елена. Спасибо большое. Дай бог каждому такой. Спасибо большое. Итак, сегодня у нас все конкурсы по вполне понятным причинам будут музыкальными. Ну, согласитесь, нелепо было бы сейчас предложить гостям шахматный конкурс. Или, скажем, преферанс. Хотя... Но наш третий конкурс не просто музыкальный. Это эталон всех музыкальных конкурсов в мире. И поэтому мы дали ему название, которое понимают все люди на Земле, без перевода. Апош. Итак, давайте ухнем. Итак, сначала поют песню представители команды «Холостой выстрел». Угадывает оба Абба. Прошу. Так, сейчас мы подключим Елену к радио Юмор ФМ. Сейчас посмотрим, не лопнет у нее. Как Елизавета, видите, как сразу прошла шутка из радио Юмор ФМ. А можно соку попить? Да, можно. Эти шутки пошли, песни радио Юмор ФМ, а мы слушаем Максима Новикова. Прошу. Итак, Максим, мы готовы, тишина, студия, запись. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Браво! Супер, Максим, спасибо! Знаете, впервые вижу человека, на которого бы так прямо торкнуло от радио Юмор ФМ. Честно говоря, это идеальный слушатель для этого радио. Лена! А вот вы зря, Михаил. Я, между прочим, хожу на концерты Евгения Петросяна и тоже так делаю. А мужик ему и говорит, вылетишь сейчас шмелем в форточку. Ха! Танц! Извините, Лена. Ну, Максим только что спел песню на русском языке, а мы ее развернули, и получилось вот что. Туркменская народная песня. Правильно! И, можно по кусочкам там, по строчкам. А вы хотели целиком. Хороший был бы жест. Давайте по кусочкам. Итак, первая часть. Енисинись, енисинись. Пишем. Енисинись. Браво! Енисинись — это Енисей. Да. Просто по-туркменски. По-туркменски. Угу. Вторая часть Енисинися. Записываем. Да? Да. Пишем. Марамкосья. Отлично. А почему марам там было гором? Ну-ка еще тогда раз. Да неважно уже. Третья часть. И не удусь. Еще раз. И не удусь. И не удусь. Пишем. И не удусь. Браво! Очередная часть. Внимательно слушаем. А я ж дурак. А я ж дурак, он поет. А я ж дурак. Он что-то про шнурки поет. Нет, вот. Про шнурки. А я ж дурак. Шнуляк, он говорит. А я шнурок. А я шнуляк. Еще приготовились. Еще раз. И пишем. Пишем. Халяшнуляй. Халяшнуляй. Прекрасно. Вы будете прекрасно, оказывается. Халяшнуляй. Вы знаете, редко встретишь поэта такого калибра, как... Шнуляк, нуля, это же рифма. Халяшнуляк. Еще там долго? Да, еще часа 4. Давайте будем брать кусочки покрупнее, коли у нас так просто все получается. Давайте. Вот она, сложная часть. Он задыхался. Да. Но выжил. Еще раз тогда. Кстати, наша задача задохнуться в обратную сторону. Нет, это давайте что-то дыхание надо взять. Хорошо, будем пополам, да? Или нет? Да, пополам. Итак, первая часть этой части. Еще раз. Пишем. Ёшнич. Да, согласен. Откуда ёшнич взялся, я не знаю, но... Что у меня свой туркменский. Если пришел ёшнич, не будешь же его прогонять, ёшниша. А немцы доходили до Туркмении или нет? Конечно. Это последний был ёшнич. Один немец дошел, ёшнич его звали. Там в Туркмении это был остался. Поляк. Он уже поляк. Нет, он там, знаете, он пока дошел, он кем только не был. Очередная часть, слушай внимательно. Сиваш Рушес. Сиваш. Сивас Рушес. Сиваш Рушес. Шишест. 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 Не путайте мне. Шишест. Прошест что-то. Шиваст Шишест. Шишест. Да, это новый игрок сборной «Зенита». Какую, что говорите вообще? Следите за собой вообще. Ужасно, Александр. Что можно сказать, сборная «Зенита»? Ну что же это за безграмотность такая? Ну что же это такое-то вообще? Кошмар. Вы произносите два ключевых слова для любого российского мужчины. Ну? «Зенит» и «Сборная». И оба неправильно. А как? Я вам сейчас не мешаю, нет? Не-не-не. Сейчас нет. Давайте вспомним про известного актера туркменского Шинаса Шишеса. Я забыл уже еще. Еще пишем. Пишем. Сиваш Ришеж. Ну, отлично. Итак, слушаем очередную часть. Он про шнуры какие-то все. Да. Он поет «Я шнур». А я шнур. А я шнур. Да. Слушаем. А я шнур. И пишем. А я шнур. Ага, отлично. А я кто сейчас послушаем? Внимательно. Пир, цверь, ионность. А ты цверь, ионность. Нет, тут пир, пир. Пир? Да, пир. Пир, цверь, ионность. Пишем. Пир, смерть, ионных. Пир, смерть, ионных. Ионных и ионных. Да, пир, смерть ионных. Но финальная часть, слушаем ее внимательно. Нелегко вот там. Нелегко вот там. Прям дословно. Еще раз. Там это имеется в виду сборная «Зенита». Нелегко вот там. А, да. Нелегко вот там. Слушаем еще раз. Нелегко вот там. Пишем. Нелегко вот там. Браво! Елена, блестяще, блестяще. Ну, нет никаких сомнений, что вы угадаете, что это за песня. Послушаем. Приготовились. Слушаем. Опять туркменское получилось что-то. Да, что-то. Переводили. Совершенно прекрасно. Абсолютно новая вещь. А можно сейчас не играть, я еще раз хочу насладиться. Хочу насладиться. Вот это как раз из той истории, когда, знаете, иногда вот эти ближние к нам республики, да, бывшие Советского Союза республики, они вот иногда песню слышали, и вот он ее объясняет. Он ее спеть как бы не может, он ее объясняет. Ты понимаешь, что там такое? Вот как бы вы так объясняете эту песню. Послушайте внимательно еще раз ее. Синий-синий не лег на провода, а песня другая. Еще раз послушаем, да. Да. Но всюду и не пела хиль. Да! Как ее? Сейчас. По потолок ледяной. Спасибо! И мы меняемся местами. Прошу вас. Так, подождите, мы отключаем Михаила. Михаил, до свидания. Михаил, всего доброго. Он слушает радио Юмор ФМ. Как я завидую ему, господи. Шутки и песни, посмотрите. Посмотрите на него. И ничто его не берет. Что вы хотите сделать с микрофоном, Елена? Ой. Она хочет сделать с микрофоном то, что потом будет Михаил делать в обратную сторону. Да. Приготовились! Тишина, студия. Тональность не важна же? Тональность важна. Ну, но я ее не скажу. Бас, оказывается. А что же я басом-то буду петь-то как-то? Хорошо, тогда фа диез. Хорошо, что он не басков еще. Да, давайте. Пишем? Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик, на теле у слона, как лев. Сражаюсь в драке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Браво! Прекрасно. Спасибо вам, Лена. Да. Никогда. Прекрасно. Никогда. Давай освободим Михаила немножко. Давайте все-таки договоримся, будем его освобождать? Конечно. Или пусть еще понаслаждается? Нет, все нормально, мне кажется. Мне кажется, все нормально, тем более, что в любую сторону эту песню можно поставить, все равно и Михаил никогда не выдаст. Елена прекрасно поработала. Слова четко говорили. Очень четко слова. Причем даже несколько больше слов, чем нужно, но очень четко все. Итак, слушай внимательно. Максимальная четкость у песни достигается в середине песни. А по краям легкие такое флер. Замутнение, блюр такой, да. Морок. Слушай, морох. Кто? Сейчас не надо ничего делать. Все понял. Слушай, уже поздно. Это женщина Гитлер. Причем, вы знаете, Елена перед тем, как спеть песню, еще раз уточнила, бас ли вы. Да, потому что, бас. Понимаете, и вот специально, чтобы вам было легче, она... Ну, да. Спасибо, Лена. Пела басом. Да. Ну, Лена, спасибо. Поехали, что ли, да? Пишем. Хаврорик. Да, записали. Это слово корова было, на самом деле. Внимательно, вторая часть. Вот такие звуки. Там как бы хрюк и пост-хрюк. Хрюк и пост-хрюк. Это два раза. Один хрюк и один пост-хрюк. Итого равняется два почти хрюка. Дайте еще раз послушать. Пожалуйста. И пишем. Браво. А у вас почему-то в вашем варианте только одна свинья работает. Не-не-не, я ваш пост-хрюк вывел на нужный уровень, и получилось хорошо. Как бы поросенок хрюкнул и лег спать мгновенно. Внимательно, очередная часть. А молоко-то выл? Нет, ха. Первая была хала. Хала. Ну тогда сами думайте, что это. Еще раз, последний раз. Пишем. Халама-бук выл? Ну, очень хорошо. А что так волнуетесь? Переживаю очень. Чтобы заводит вас текст. Чтобы песня получилась хорошая. А вот очередная часть, коротенькая, спокойная. Что? Цитирует Гитлера. Масуд. Знаете, есть такая синдром вороны. Когда человек поет, и вместо звука у него... А сыр где? Не, ну там типа... Надежд, мой компас земной, удача, наград, засмеял, песни, А это как бы уже финальная стадия, то есть уже совсем. Синдром вороны достиг апогея. Пишем. Хай-ха-ха, Мансу! Браво! Очередная часть сложная, информативная, длинная. Про жадную Юлю. Там была. Да. Жадная Юля. Юля жадная, очевидно. Жадная Юля. И еще, да. еще бы жадная Юля, вот вообще было бы. Пишем. Элида, хищная жадная Юля. Отлично, отлично. Элида, и Юля. И Лиза, и жадная Юля, все пришли. Все Элиза. Да, к Элизе. Предпоследняя часть. Пишем. Поехали. Хам жомат шамодим. Браво. Хам. И финалочка, вот она. Сын Леонидов. Хвищиси. Хвищиси. Чистый. Хвищиси Леонидов. Хвищиси Леонидов. Хвищиси Леонидов. Пишем. Хвищиси Леонид. Браво! Ну что ж, у вас есть, Михаил, выбор. Мы можем разворачивать все то, что вы спели. А можем и не разворачивать. У вас есть, Михаил, право на последний звонок. Право на последний звонок, да, отлично. Другу. Ну что, 50 на 50? Да. Угу. Поехали. Сейчас компьютер уберет ненужные буквы. Ненужные ноты. Ненужные ноты, и мы услышим правильно песню. Поехали. Нет, ну мне нужно еще раз послушать. А что... слова попадают. Нет, даже если бы вам было не нужно послушать. Михаил, давайте мы не будем слушать еще раз. Я вам закатаю на болваночку, вы спокойно водите домой. Через неделю мы вам позвоним, спросим, как у вас успехи. А как-то спокойно домой после этого. Потому что так мы с вами можем, конечно, еще раз послушать. Ну, давайте послушаем еще раз. Может, подсказку сразу, что это фильм... Не-не-не, там все понятно. Это из фильма, да? Не-не-не, это не из фильма. Давайте. Миронова. В принципе, эта песня уникальная. Каждый человек, слушая ее, может слышать что-то свое. Понимаете, некоторые слышат тут оперу. Веселые друзья, нет? Соседи, веселые друзья. Мы едем. Вы едете, это вас, понимаете, вас смущает края. Свинья, которую вы слышите там в конце. Но свинья не является ключом. Это такая красочка, которую Елена дала просто в конце песни. Она хрюкнула просто. Это было для образа, да. Хотя к образу это не имеет ни малейшего отношения. На кого он смотрит? Не подсказывайте! Не подсказывайте! Не подсказывайте! Он смотрит на женщину, которая уже говорит... Прям текст песни. А он говорит, слушайте, почетче можно чуть-чуть? Нет, друзья. Чего вы там шепчете? Вот. Сейчас мы сделаем очень просто. Вы по губам умеете читать? Да. Дорогие зрители, сейчас вы прекрасно освещены, вас снимают камеры. Вы видите, какое количество губ на вас смотрит? Сейчас мы запустим ваш трек, уже уникальный, всеми любимый. А люди в тишине будут шевелить губами. И тот человек, у которого вы угадаете песню, получит Мерседес. Согласен. Понятно? Ваш. Приготовились? Помогаем. Я вообще ничего не понял. Я вообще запутался окончательно. Причем они все пели по-разному, на самом деле. Я даже ни одного слова не могу понять. Сейчас я покажу вам разницу просто, как надо работать профессионально. Пожалуйста, сейчас мы с Татьяной просто скажем и все. Итак, внимание на губы Михаила и на губы Татьяны. Мы сейчас просто покажем, как надо подсказывать. Ехали. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Куда? Куда? А не помогло! Он не понял. Не помогло. Вы знаете, я просто, может быть, не знаю эту песню. Просто без музыки. Ну, давайте, да. Я гениальный сыщик. Так. Мне нужен... Нет, не нужна. Мне помощь не нужна! Да. Я знаю эту песню, конечно. Знаете? Ну. Я только не помню ее мелодию. Ну, ее там практически нету. Дело в том, что та мелодия, которая была немудреная, была убита Еленой окончательно. Нет. Ее эмоциональным просто исполнением. Нет, поэтому... мы скинем вам по блютусу эту песню, там есть мелодия. По крайней мере, можно ее проанализировать. Вот, чтобы как-то закончить этот конкурс... Надо просто поаплодировать Михаилу из команды «Холостой выстрел». Спасибо. Спасибо. Надо отдать должное Михаилу, он бился до последнего. Ну, давайте, тем не менее, оценим все, что вы видели. Так, конкурс «Апош». Ваши оценки, прошу. Да, вызвал жалость все-таки Михаил своими муками. Мухами. Да. Потому что в третьем раунде со счетом 10-5 победила команда «Холостой выстрел». И после третьего раунда она побеждает со счетом 24-21. Ну что ж, значит, придется вот помидорочку пронести сейчас. Как вы думали? Такая вот история. Итак, внимание. Нет, ну понимаете, вы должны зафиксироваться. У вас нет внимания сейчас никакого. Вот сейчас внимание. Как фигуристка перед началом. Гиперактивность. Наташа потому и не пошла в фигуристку, что не может так долго. Только дело мюзикл. Сколько вы можете? Это предел. Это предел. Сейчас давайте зафиксируемся. Внимание, четвертый раунд. А зачем вы прячетесь за помидор? Это же успех. Вы знали, что это я. Вы прячете, вы инкогнито как будто это делали. Здесь, да, как бы никто же не знает, что она здесь. Она убежала со спектакля. Она сказала, я сейчас ненадолго в булочную. Наш четвертый конкурс не имеет никакого отношения к музыке. Никакого отношения к никакому другому виду искусства. Ни к живописи, ни к архитектуре, ни даже, простите, вышиванию бисером тоже никакого отношения. Но! Разве что имеет отношение к метанию бисера. Да, называется он реклама. За 3 минуты вам нужно, не зная ничего о предмете, который вы рекламируете, так его прорекламировать, чтобы все зрители сразу же после этого побежали в магазин покупать этот предмет. Ну, а зрителям мы предмет, конечно, покажем, чтобы они что-нибудь другое не купили вместо этого пылесоса. Условного, конечно. Итак, первыми в конкурсе выступает команда «Абба». Прошу вас. Мы со зрителями видим, что будут рекламировать вот это. Зрители уже видят. Итак, нет. Это он. Да. Это он. Он большой? Нет, вы меня сейчас не спрашиваете, кто он. Вы сейчас должны нам рассказать внятно о нем, а потом мы будем задавать вопросы. Итак, как он появился в жизни вашей? Да, поехали. Поехали. Когда я увидела его, я подумала, боже мой, почему у меня его нет? А моя подруга, она уже его приобрела. Причем она купила это дважды. Я подумала, почему бы не купить трижды или в 10 раз больше. Я купила в 10, купила его 10 раз. Пришла домой, мне муж говорит, почему ты купила 10, а не 20? Когда увидел мой сын, он сказал, почему ты купила 10, а не 15? Приобретя его, Минздрав перестал меня волновать. Когда я иду по улице, на меня оборачиваются прохожие. Мои соседи стали со мной здороваться, а моя собачка перестала лаять на прохожих. Поэтому я вам всем советую покупать это каждый день, по 5 раз. И пусть оно у вас, он у вас стоит на самом видном месте. И ваша жизнь будет замечательной и привлекательной. Вы будете здоровы, счастливы и богаты. Спасибо. Но у вас есть вопросы, Михаил? Конечно, есть. Пожалуйста. Ну, во-первых, а на каком месте стоит он у вас? Поскольку у меня его 20, он стоит в разных уголках моей квартиры. А он прям стоит, да? Прям... Он двигается? Или двигается иногда? Где-то висит, где-то лежит, ага, где-то катается. Катается? А где они спят у вас? И, кстати, они или он? И, кстати, где спит муж теперь? Вот это... А, я понял, я понял, просто когда... Муж спит все там же, со мной. Там же, да. А вот, нет, просто когда Минздрав узнал, что у вас живут их 20, он передал их другому ведомству уже, всю семью. Сказал, с нами, мы уже что сделать не сможем. Лен, а они помогают как-то по хозяйству в доме вообще, в принципе? И от них какая-то... Чего они целыми днями делают? Вот такой вопрос. Чего они катаются, просто висят, стоят? Можно им поручить? У них у всех разные функции. Так, ага. Один, который побольше, так, он убирает. Затем, который поменьше. За всеми остальными. За мужем. Он за мужем убирает. Нет, третий выгуливает собаку. Потому что муж никак не может привыкнуть. Которая перестала лаять на прохожих. А у вас и собака там тоже? Скажите, Лена, почему она перестала лаять, я понимаю. Вообще у меня попугай. Она просто от нервных, и у нее... Собака перестала вообще лаять. Просто нервно перестала лаять вообще. Она заговорила русским языком, собака. И спросила, что это. Она сказала, когда ты уберешь это? Она говорит. Скажите, скажите, у вас есть одна малейшая мысль о том, что вы нам рекламируете? У меня много мыслей. Да, озвучьте их, пожалуйста. Ну, например, это какие-то гуманоидики. А вы взяли 20 сразу, да? Чтобы было всем весело. В принципе, знаете, они недалеко от гуманоидиков. Гуманоидики, да, так называют? Скажем так, гуманоидики безопаснее намного. Ну, в принципе, они тоже же гуманоидики в каком-то смысле. А еще какие мысли у вас есть? Что это маленькие мужчинки. Ну, они же гуманоидики, в принципе. Они же гуманоидики, побольщики такие. Вы подвешиваете-то. Ну что ж, давайте познакомим вас с теми гуманоидиками, которые вы рекламируете. Заметьте, Михаил, что этот гуманоидик знает Лену и передает ей привет. Спасибо большое. Команда «Холостой» Абба. А сейчас команда «Холостой выстрел». А Михаил у нас будет рекламировать вот это. Чего все молчат? Ну, потому что... Не слышат, потому что... Итак, можно. Это она. Это она. Она необходима каждому мужчине в быту. Она очень приятна на ощупь. Ее можно использовать как дома, так и на улице. Ее можно подарить знакомым, близким, родным. Рекомендуется дарить ее на Новый год, когда ее завидят военные, они отдают ей честь. Она прекрасна по-своему в отечественном исполнении. Но намного хуже импортные экземпляры. Она обладает удивительной законченностью формы. Практически она отражает весь смысл жизни человека в России. Она очень хорошо рифмуется со многими словами в русском языке. Например, и с другими словами. Первые образцы ее были произведены в России еще в начале XVI века. Ею любили баловаться и Иван Грозный, и Петр I. После революции значение ее резко упало. Вот. В годы перестройки вновь ей нашлось место в нашей стране. И сейчас ее можно встретить в квартире и высокопоставленного чиновника, и в квартире простого рабочего. Одним словом, она – это то, что нужно каждому из вас. Купите ее, не пожалеете. Прекрасно. Вы знаете, мы даже не прерывали вас, Михаил. Прям можно сказать, что мы послушали лекцию о ней. Какую-то предвыборную речь. Прекрасно. Прям. Слушайте, как зал разражался просто аплодисментами, овациями. Некоторые ваши утверждения просто настолько были нужны людям, что, в общем, добавить и нечем. Но вот я вам так скажу, есть люди в России, которые ведут с ней жесточайшую борьбу. Вот, например, Кобзон. Что вы говорите? Да. Вот Кобзон сказал, у меня с ней никаких отношений не будет никогда. Неужели это парик? Он прямо так и сказал, с ней у меня не будет отношений. С ней, с париком. Понимаете? С ней, с париком не будет. Скажите, Михаил, я вам больше скажу, а многие только за счет нее и живут. Да. Но не Кобзон. А Кобзон говорит, если вы за счет нее живете, так говорите об этом в открытую. Конечно. Все, что я хочу. Вот как вы. За счет нее живут? Ну, как бы используют ее нагло. Неужели это Алла Пугачева? Не, ну, надо сказать, конечно, пока она нас не слышит, она, конечно, тоже грешит иногда. Гибель Помпеи видела картину когда-нибудь? Люди такие вот так. А сверху Алла Борисовна молнии кидает. Понятно? Это она, конечно, с перепугу. Не думайте. Пока она не слышит, она грешит. Без нас или с нами? С Кобзоном. С Кобзоном. Вы нас до греха не доводите, Михаил. У меня последний вопрос чисто технический, просто интересно. Когда ее использовал Иван Грозный? На каких носителях? Он ее использовал для взятия Казани. Прекрасно. А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. Скажите, а как он это было вообще? Вы же помните эти времена? Ну, как сейчас помню, конечно, я же современник этого события. Ну, подвели к стенам. Так. Ага. Ну и все. И запустили. А татары же уже... Татары же этого боятся, как огня вообще. Просто. Ужас. Прям посыпались все со стен. Удивительно, за 3 минуты мы испортили отношения с татарами и с Аллой Пугачевой. И с Кобзоном еще. Михаил, зато восстановили отношения с Иваном Грозным. Да. Итак, Михаил, последний вопрос. Вы догадываетесь, что это такое? Понятия не имею. Ну ознакомьте Михаила, пожалуйста. Пожалуйста, ознакомьте Михаила. Михаил Борисов, команда «Холостой выстрел». Я себе представил, знаете, в красках картину. Иван Грозный с перевесом, бумбокс у него такой. Подходит к Казани, а там записи Алсу. Михаил, ну естественно, ставит, аккуратненько достает дисочек. Не, у него дисочек, у него из фанеры, знаешь, деревянный. Не, у него, да, выпилен. Тогда еще даже фанеры не было. Из бересты выпилен. Ставит такой, уголечки подкинул туда, раздул и пошло. А я не так думаю. Огромный был диск тогда такой, огромный. И 500, а он прям 500 человек вот так крутили. Крутит вот так. Давай, по центру стоял Алсу. Крути. Замурованная, чтобы не было видно. И пела. Да, ох, круто. А татары увидели, думают, ну все. Все, пора уходим. Итак, пожалуйста, уважаемые жюри, ваши оценки за конкурс «Реклама». Что сегодня творит Джанко и Бразерс? Это просто... Они на таблетках, что ли, носят? Удивительно, в великолепной форме просто. Итак. Дорогие друзья, продолжает настаивать жюри на своей ничем, казалось бы, не подкрепленной любви к красному дивану. Со счетом 11-4 они победили в четвертом раунде. Общий счет 35-25 в пользу команды. И скоростной выстрел! Но, знаете что? Ну, в конце концов, а почему вы должны все время носить это? Вот ну, именно. Вы выигрываете сами и носите. Вы выиграете, вы и носите. Апельсинчик вам достался. Итак, внимание. Человек-апельсин. Вас может ударить током, Александр. Если вы будете лизать. Сейчас. Извините, Александр лизнул медиатор и его замкнуло. Нет, обычно это бывает так, когда вот здесь одно напряжение, а вот здесь другое на гитаре. Выходит исполнитель и говорит, а, мы следующий наш песня из нового альбома, который мы назвали просто электричество. Ну что ж. Простите, Михаил, просто... Вы знаете, Александр так редко говорит и... Итак, внимание, 5-й раунд. Спасибо, Михаил. Так прекрасно исполнили, что можете забрать апельсин себе, конечно. Дома будете с ним. Итак, наш последний конкурс называется просто «Музыкально-танцевально ни шатка ни вальный». Ну, почему музыкально-танцевальный, понятно. Участники будут петь и плясать, а ни шатка ни вальный он называется, потому что все это они будут делать не как обычно у себя на работе, а абсолютно трезвые. Александр, скажите, как мы будем и какую песню исполнять «Ни шатка, ни валка»? Пожалуйста. Песня сегодня, как обычно, народная. Удивительное дело, да? Вы знаете, мы открываем для себя все новые и новые горизонты. Народы. Горизонты народных песен. Вот знаете такую песню? «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Знаете, да? Друзья, эта песня сегодня у нас будет звучать в двух стилях. Это рокопопс и попарокс. Какой вам стиль ближе, Михаил, сегодня? Мне оба стиля нравятся, и одинаково далеко оба они из них. Оба далеко, поэтому для Михаила они будут звучать абсолютно одинаково. Мы приглашаем команду... «Холостой выстрел». Максим немножко перевернул. Все нормально. Сыграл в апош с париком таким. Друзья, я считаю, что негоже давать женщинам стиль попарокс. Согласен. Поэтому мужчины будут исполнять песню «Выйду на улицу, солнца нема» в стиле Папарокс. А Михаил кого изображать будет в этой песне? А Михаил изображает фрагменты из фильма «Звонок». Нет, не вы, Михаил, вот тот Михаил. Он пытается приладить паричок к одному месту своему. Ой, а Максим прямо ужасно похож на этого попугая из фильма «Мама». Такой там был. Нет, друзья, у нас просто сегодня у нас вечер Юрия Лозы. Да? Фестиваль двойников Юрия Лозы. Вот это. Ежегодный фестиваль в Ливерпуле. В Ливерпуле. Люди, двойники Юрия Лозы, собираются и пытаются понять, кто это. Есть еще что-нибудь померить у вас? Вы знаете... Ну, ребят, шапочки какие-нибудь, может быть, шапочки. Давайте начнем, мы можем потерять Михаила и... Как там? Так, ребят. Значит, песня в стиле попа-рокс будет звучать примерно так. Понятно? Все понятно. Все понятно? Понятно все, да? Как в этот попа-рокс запихать вот этот вот... Текст. Выйду на улицу, солнца нема, где молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Понятно? Браво. А скажите, Александр, да. Я вот уже второй раз замечаю за сегодняшний день. Плюс вы хотите участвовать в фестивале «Шансон года». Объясните, что происходит со мной? С вами что происходит? Меня не взяли на конкурс двойников Юрия Лозы. Я понял. Итак... Поехали. Раз, два, три, хопа! Выйду на улицу, блин. Выйду на улицу, солнца нема. Девки молодые, свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют и мне весело. Выйду на улицу, к девкам пойду, голосом звонким я им подпою. Выйду на улицу, солнца нема, девки молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело. Команда «Холостой выстрел». Спасибо, друзья. Вы знаете, прямо сходил послушать группу «Ленинград». Такое же ощущение. Прям никогда теперь не... вы знаете, в каком стиле поет группа «Ленинград». Да. Рокопопс? Ну, попа-рокс. Попа-рокс. Это команда «Холостой выстрел». А на смену им спешит команда «Абба». Прошу. Сейчас не мы сдаются. Будем с вами... А можно нам вот девки на парни заменить? Девки на парни? Да. Ну, хорошая идея, кстати. А то вау! Наконец-то группа «Карамельки» у нас пришла. Так, ребятушки, девчата, волосы в рот попадают. Главное, что не растут там, это главное. Значит так, песня романтическая, поэтому будем максимально романтично все делать. Да, значит, предлагаю такой вариант. Выйду на неважно, в какой-то налице. Выйду на улицу, солнца нема. Девки молодые свели меня с ума. Меня-то девки. А, вас-то девки, а их-то парни. Это не путать. Свели меня с ума, разуганс. Караганс, куагагагаганс, куагагагаганс. Сразу второй куплет. Гляну на село, девки гуляют. Парни гуляют, девки, неважно, кто гуляет, и мне весело. Ра-ра-ду-данс, И припев, девушки. Давайте припев сделаем такой. Уйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело. Весело. Хорошо? Вы же все-таки из мюзикла. Разложим на голосочки. Вы первый, второй, третий, четвертый и Михаил еще пятый. А с какого мюзикла, Александр? Папа Пия. Я? А, да, вы. Папа Пия. Папа Пил. Папа Пил. Папа Пил. Ну и что же? Все папы немножко пьют. Ну ты наша. Раз. О. Два. О. Три. О. Четыре. О. Парни молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Парни гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село. Парни гуляют, и мне весело. Горят, ноженьки резвые в пляску хотят нам. Выйду на улицу, к парням пойду, голосом звонким я и подпою. Выйду на улицу, гляну на село. Спасибо. Саш, вам понравилось, Саш? Вам понравилось? Да, это моя любимая песня теперь будет. У вас нет случайно синей таблички с грушей? Вам нужна синяя табличка с грушей? Вам. Мне не нужна синяя вам, табличка. Вам, Саша, нужна синяя табличка с грушей сейчас, понял, понимаете? Ну что ж, вы знаете, мне кажется, вас может спасти только синяя табличка с грушей. Знаете, вы мне спасибо, психиатр. Да. Я пойду. Знаете, вообще, вы мне не очень интересны, но если у вас будет синяя табличка с груш... Алло, да. Да, я Михаил Шац, да. Нет, не интересно. Вообще не интересно. Ну, только если у вас будет синяя табличка с грушей. Да. Тогда да, конечно. Давайте, знаете, что сделаем, друзья? Давайте воспользуемся возникшей паузой и пригласим команды на сцену. Прежде всего, давайте попросим жюри поставить оценки за последний музыкальный конкурс. Итак, Татьяна. У Татьяны кончились натуральные числа. У меня их и раньше, знаете, немного было. Итак, дорогие друзья, в сегодняшнем бою со счетом 35-40 не выиграла команда Абба! А со счетом 40-35 сегодня не проиграла команда «Холостой выстрел». Ну что ж, дорогие друзья, можно немножко шампанского, потому что бой между командами «Оба-Аба» и «Холостой выстрел» объявляется закрытым. Я хочу еще раз поблагодарить всех участников сегодняшней битвы. Елена Чарквиани, Наталья Быстрова, Елена Казаринова, Максим Новиков, Михаил Беспалов, Михаил Борисов. Для вас играла группа Jungle Brothers. Вам и нам помогал наш музыкальный помощник чек-оркестр Александр Пушной. Мы еще раз хотим поблагодарить театр на Малой Бронной за предоставленную сцену. Смотрите нас на канале СТС каждую субботу вечером. Это была программа «Хорошие шутки», ее ведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Спасибо за внимание и всего вам доброго.